Экспериментальные творческие проекты по разным направлениям – физические, исторические, химические, медицинские науки, декоративно-прикладное искусство, культурология и другое. В Мирном состоялась 12-я оригинальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В форуме приняли участие около 300 юных ученых. И с их работами ознакомилась Августа Степанова. Получить электричество из механической энергии? Ответ на этот вопрос знают десятиклассники 24-й школы Удачного. С помощью обычного велосипеда и генератора ребята намерены снабдить бесплатным электричеством целое здание. Мы верим в свои силы, мы верим в себя, мы надеемся, что мы победим. Мы хотим запитать автономно один этаж нашей школы для экономии денежных средств бюджета школы. О том, что волнует молодежь Айхала, рассказали в своей работе старшеклассники школы номер 23. Они представили проект строительства благоустроенной зоны отдыха. Схему турбазы детально уже проработали, продумали все до мелочей и даже посчитали бюджет. Мы уже представили администрации этот проект, и они согласились, что нам нужна эта база отдыха. 12-я научно-практическая конференция собрала самых талантливых школьников всего региона. Представлено 260 исследовательских работ. Ряды конкурсантов пополнили и ребята начальных классов. Работы юных исследователей оценивали опытные эксперты, представители Института Якут-Днепро-Алмаз, Центра подготовки кадров, а также преподаватели Мирнинского политехнического института. В прошлом году по республике Мирнинский район первое место занял. А вообще, если говорить об успехах республики, то впервые республика своей командой заняла первое место в России и получила большой кубок Академии наук. По итогам двух дней работы определены победители. Они представят свои работы на республиканской научной конференции, которая пройдет в январе в Якутске. Августа Степанова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».